Санкт-Петербург представляет Полина Свириденко. Северная столица традиционно является поставщиком очень качественных фигуристов на любом уровне и в любом виде фигурного катания. Ну, а этого тренера прекрасно знает Алексей Ягудин, который сам тренировался в свое время между Александром Майоровым и Алексеем Николаевичем Мишиным, как раз у этой замечательной девушки, у Татьяны Клениной. Звучит музыка из мюзикла «La La Land». На льду Полина Свириденко. City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Такая вот игровая программа в исполнении Полины Свириденко. Мы, безусловно, знакомы с творчеством этой спортсменки, не раз ее комментировали. Сегодня чуть был, конечно, смазан старт официального сезона. Мы увидим чуть позже на повторах. Сейчас, опять же, благодаря трансляции мы можем наблюдать, как Софья Акатьева разминает элементы прыжковые перед короткой программой. Давайте послушаем Татьяну Клениную. Ну, зачастую, вы знаете, хочется отметить немногословность и тренерского штаба, и своих спортсменов. В особенности, когда существуют определенные помарки, потому что в основном все-таки пытаются потом проводить анализ уже при закрытых дверях. Но порой некоторые бывают очень эмоциональные. Сама прекрасно понимает, где недоработала Полина Свириденко. Она из очень фигурно-катательной семьи. У нее старший брат Леонид Свириденко тоже выступает на серьезном уровне. А нам еще раз показывают каскад из тройного и, к сожалению, только тройного Луции, только двойного тулупа, который стоил нескольких баллов. Этой спортсменке прекрасно она владеет и каскадами 3-3, и никаких проблем не испытывает. И со сложными прыжками, такими как тройной лут, тройной флип, зубцовые, дорогие.
Но сегодня получилось чуть-чуть хуже, чем у тех девушек, которые выступали перед ней. И она четко понимает, где недоработала. Ну, слушайте, вот как и фильм «La La Land» под саундтрек. Этому фильму как раз Полина выступала. Насколько мне изменяет память, это вот такой был музыкальный, романтический, комедийный. И в то же самое время драматический фильм. Собственно, здесь мы это самое. Это мы и увидели. Почти 60 баллов набирает Полина Свириденко, что позволяет ей сейчас занять третью строчку, но у нее еще будет впереди произвольная программа. Мы сделаем короткую паузу, после которой вернемся, никуда не отлучимся.